Все они рано, ну все они раньше нет, были. Нет, тебе людьми. На сторону Крика идти. А где Крик? На сторону Крика это где? Туда, где она крикнула. А где ну, я здесь видел Слендера, вот здесь вот где-то. Нет, ты куда? Ты отсюда пришел. Это же не Слендер кричал. Слендер кричал. Ну, я видел, на самом деле, концовку. В темноте ударился мизинчиком. Об качельку. Что происходит? Единственная проблема у всех игр, которые я играю, RPG... Выход, и ты говоришь, что спам. Думаешь, это вилла, что ли, с одним выходом? Вау, так ты не говори так, ты говори, ты это имеет второй выход. Вон там, куда и Женя идет. Раз. Смотри на разбитое окно, ты только что с него смотрел. Где? Да, ты даже не понимаешь, как... 3D-пространство, представь себе. Ну вот это, да? Да. И чего? Ну вот отсюда смотрел. Посмотри сюда. Внизу, может там что-нибудь. Я думал, там сейчас скример будет. Такой Слендер из окна. Да, вообще это было бы круто. Я бы рад, такой пошел за ним. Чего бы это реально было? Не насвети мне лицо, это было неожиданно. Это было тошнее. Слендер с фонариком. Кто ты? На седьмой этаж такой сбирается. А мне надо сходить с дороги? Не там, смотри, смотри. Это довольно линейная. Это линейная игра, мне надо тут бегать по кустам. Эй. В 12 часов дня с фонариком. Как дела, ребят? Не, на самом деле со мной играть скучно в эти в хорроры. Ты же побежишь? Потому что я не боюсь. Не боишься? Ну да. Ну так это хорошо, мы будем бояться, а ты будешь идти спокойно. Наконец-то хотя бы все заняты чем надо. Ну на шифте уже иди быстрее, так быстрее будет. Точно забыл. Чего? На шифт нажал. Кость сместил из него. Потому что упал об камень, конец игры. Хардкорный режим. Я вернулся назад? А, нет, это другое. Что за странные звуки? Так, подожди, а... Не, это игра. А чё же тогда нас приносит туда? Мы идем и нас... Я всё слышу! Ты бы ещё мне это говорил. Я тебе это говорю. Можешь поуправлять пока мышкой? А ты чё? Я хочу кресло подвинуть. Нажми escape. А я думал, что... Нажми escape. Старым нельзя было. Помощь слышу. В старом паузы не было. В старом... В старом ты мог только выйти. Тут, наверное, самое сложное в конце начинается. Это не сложно и не страшно. Точнее, это сложно и страшно. Ой, блин, это сложно и не страшно. Это не сложно, это сложно уже, блядь, начинать. Я, если чуть-чуть в таком месте, я буду драться с этими... А если ты женщина, за столько взят у камеры... А если ты женщина? Что я не женщина? Да блин, я тебе говорю... Ты же пол сменил к этому моменту. Я говорю, у меня топографический кретинизм. Я не ориентируюсь в играх особенно. В играх это вообще очень... Ты не досмотрел.